Дорогие мои ребятки, ребятушки, любимый мой 10 А, 20 лет назад вы переступили порог и отправились в большое плавание, покинули нашу школу. Если вы помните, именно я провожала вас на нашем маленьком уютном школьном крылечке. Встреча выпускников, встреча со школой, встреча со своим детством и юностью. Что может быть лучше? Спустя 20 лет появиться в обществе однокашников в образе народного артиста, таинственного дипломата или подпольного миллионера. 20 лет вы стали мне еще роднее. Вы мой любимый 10-й А, практически моя вторая семья. Спасибо вам. Я пойду, не буду вам мешать. Отдыхайте. Спасибо. Дорогие мои ребятки, ребятушки, любимый мой 10-й Б, 20 лет назад я увидела вас в стенах этой школы и поняла, что именно вы, именно 10-й Б, будет моим любимым классом на всю оставшуюся жизнь. Что может быть приятнее встретить старого друга после стольких лет разлуки? Петя! Костя! Наконец, сколько сил! Ух ты! Ой, какой ты красавчик стал! Что может быть приятней спустя 20 лет повстречать старого недруга и простить ему все в одночасье? Василий! А мне, Василий, сказали, что ты затонул у берегов Арктики. Затонул в Арктике? Сплыл в Антарктике. Такие, как я, не тонут. Как приятно, добившись огромных успехов в общественной и личной жизни, порадоваться и за своего старого школьного друга. Вау! Надо же все знакомые мне лица. Батя, красавчик, а! Здравствуй, дорогой, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Здравствуй. Слушай, а? Костюмчик, а? Ну, чисто на тебя, старик. Я тебя. У меня пазолини, как пазолини. Пазолини. Брючки какие? Версачи. Версачи. Тачка. Тачка? Ну, ай. 700-й, как 700-й. А у меня 700-й и Феррари. Ну, красавчик, красавчик, Вася, просто. У меня своя яхта стоит в яхт-клубе. Да, у меня яхт-клуб стоит на Багамах. Красавчик, Вася, красавчик. У меня самолет свой летом взял. Да. Молодцом, молодцом. Да, да. А у меня своя эскадрилья. Mm-hmm. Я, если что, летаю туда-сюда. Красавчик, Вася. Mm-hmm. А за эскадрилью-то ты не паришься по морде потонуть, а? Нет, не боюсь. У меня эскадрилья под крышей. А за красавчика ты не боишься схлопотать?
Что ты, Вась, на меня бровями так двигаешь, а? А что ты на меня языком так цикаешь? Ты мой язык не трогай, я тебя его затолкаю куда надо. Будешь кряхтеть до старости, понял? Может, попробуешь? А? Я и пробовать не буду, что я буду руки пачкать, да? Ты сдуйся немного, слышь? Сдуйся, я тебе сказал, пока я тебя не сду. Даже находясь на разных ступенях социальной лестницы со своим одноклассником, приятно встретить его, обнять, прослезиться. Вы бы сняли пиджачок, гражданин начальничек. Закурить не дадется, фраерок. Третий день не курю, не ем. А харя не треснет? Какие слова! Зачем же каждый раз прибегать к насилию, а? Все. Снимаю. И побыстрее давай, не на базаре. Когда же он курит, козлы? Рубашку снимать? И рубашечку снимай. Она мне как раз на душу легла. Стой. А ну-ка, так стой. Стой, ты, сука. Петька! Ё-моё, а меня не узнал? Не встаёт! Не выходи! Смотри! Ну, чуешь, кто я? Васька! Ну! Васька, блядь! Эх ты! Ты что, не Васька? Я ж тебе, блядь, не признал сразу! Ты сучилась, блядь! Я смотрю, и дело такое, блядь! Я тебе-то зажал за сигареты! А я дурак, я ж блядь, рубашек! Блядь! Что может быть приятнее школьных воспоминаний? Первое – хочу, первое – нельзя. Воспоминаний о девочке, которой нес портфель, о мальчике, которому первый раз дала пощечину. Саша, а ты рад, что мы снова с тобой встретились? Да. Да? А правда же, Саша, такое чувство, где-то вот в глубине души, как будто бы не было всех этих безумных долгих лет разлуки, как будто бы не было моих этих безумных замужеств, моих детей от шестерых браков. Да, в нутрях такое чувство. Саша, а ты помнишь нашу первую, самую первую встречу? Нет, главное, помнишь, я это в первом классе училки к столу ток подвел. Она такая: добрый день, здравствуйте, пожалуйста, сейчас плюх. Паленым так главное запахло. Подожди, это же я. Я придумал ей ток подвести, я ей ток подвел, главное дело, чтобы она так дю-дю-дю. А ты такой дурак, говоришь, да я проверю, вдруг не дернет, как сел ты, я так ди-ди-ди-ди, ой-ой-ой. И вот за тут вот как раз запахло. И тебе еще кличка была такая, паленый, жареный, фу, и до сих пор запах. Да нет, сейчас это не паленым пахнет, сейчас мне теща такие голубчики приготовила, зашибись просто. Давай. Это чай. А, это чай. А помнишь, Саша, как ты меня дергал за косички, толкал на переменках, бил портфелем по голове, а потом провожал до дома? А помнишь, как тебя этот самый десятиклассник такой удохал? Я такой со стороны смотрю, он тебе такой по пузу, ты такой: не надо! Я такой постоял такой в стороне, ну что ты? Я еще в стороне такой постоял, так.
Ну, я всегда так, помнишь, так делал? Десятиклассников это в шок какой-то вводило просто. Говорю, товарищ, в морду или в пузо? Он такой, в пузо, я мара так в морду как дам. Ну, помнишь? Да я не помню, подожди, это кто кого волтузил? Это тебя десятиклассник волтузил так, ленька-енька, ногами так отплясывал. Я так подхожу к нему, не понял, кого ты сейчас там ленька-енькой-то назвал? Ему раз так в пузо, потом раз так в пузо. У него из носика так кровяночка здесь так вытекла, понимаешь? А ты говоришь, у тебя до сих пор вот здесь шрамчик, посмотри какой шрамчик. Да шрамчик это я об косяк просто задел. Посмотри на свои губы, это вы тебя с этим десятиклассником отметили тогда. Я косяк. Да здрасте. До сих пор он там называется косяк имени меня. Слушай, ты такой. Я все помню. Да. Ну а помнишь, Сашенька, хотя бы как мы поцеловались с тобой в первый раз, помнишь? Ну, была луна, и месяц тоже раздавалась пинифлит, и я подумала, о боже. Помнишь, скамейка зеленая, птичка. У тебя птичка еще попала сюда на твой новый пиджак. И ты сказал еще, мы никогда-никогда с тобой никогда не будем расставаться, любимая. А что я пил, мама? Ну, может быть, соответственно, моменту мы выпили немножко шампанского. Нет, у меня от него отрыжка. Ну, тогда, может быть, по чуть-чуть кофе с коньячком? Нет, у меня от него денег тогда не было. Я не знаю, может быть, тогда по бокалу какого-нибудь легкого вина, божоле, например. Отдам мне. Я после него мне за базар не отвечаю. Отдам. А помнишь, как я на этой вот самой партии маску Распутину? О! След, по-моему, вмятина остался. Ты еще на шухере стоял, а я... Подожди. Это я метелил здесь маску, он еще вмятина осталась, а ты на шухере стоял. Вот что, я не знаю, метелил, где свою первую жену, что ли? Какую первую жену? Это Машка была моя первая жена. Ну, тогда еще будущее, а сейчас уже прошлое. Подожди, ты хочешь сказать, что Машка была и твоей женой тоже? Что, получается, это она с тобой развелась? То есть ты у нее был первее, чем я, что ли? Здрасте, мы с ней 8 лет. Губы в глаза, в глаза. Да-то я смотрел, что у нее лицо тут, когда я ее встретил, вот так вот, дергался слегка вот так вот. Значит, ты с ней губы в губы, да? Глаза в глаза. Ах ты, контра! Ты что, дурак, что ли, а? Контра! Ты что, дурак? Хорошо блеснуть. Приятно посидеть в кругу старых школьных друзей и рассказать, как жил все эти годы. Ну так вот. Сижу я один, ночь полночь, ординаторская. И вдруг приходят ко мне и говорят. Нужно оперировать, говорят. Самого. Да ну. Я говорю, позвольте, причем ждут я. И же Петрейкер, Хирейкер, Демейки, наконец, Вассерман. А они говорят, нет. Они говорят, нужно, чтобы это были именно вы. И главное, старший приканал просил, чтобы это сделали именно
ребята, сижу на дежурстве. Ну, дело свое знаю. Добре. Вдруг звонок. Да. Говорят, самого, говорят, ограбили самого. Да, вот. Выезжайте, говорят. Я говорю, позвольте, выезжайте. А пост? Пост! Ну, не великий, а в смысле пост. Мой, на кого оставить? Позвольте. Есть, говорю, майор Пронин, полковник Зорин, Жиглов-Меглов там. Мне говорят, сам сказал, чтобы выехали именно вы, ну то есть я, да. Украли все, украли все. Документы государственной, естественно, важности. Права, страховку, пенсионное удостоверение. Вот, и кнопку, кнопку, что ни на есть, красную, ядерную, да. Я думаю, ёшкин дрын, кто-нибудь турк и бах, пол Аляски шарах. А я здесь за пост сижу, волнуюсь. Но я собрался, выехал. Кнопку сразу нашел. Ну, я ж кинологически заканчивал, да? У меня собак, ребята, во дома. Собак. Нюх у всех вот такие вот шнапаки, да. А с пенсионом пришлось покопаться, конечно. Ну вот. Запускаю я руку прямо в полость живота. Иду направо. Пусто. Я тогда налево. Ничего. Я тогда принимаю решение. Вперед! Хватит! Потянул себя, потянул. Достаю. Руку открываю. А там ничего. Пустое место. Ну, думаю, братцы, полный абзац. Преследую я их, а их, ребята, дофигища. А я один, у меня браунинг подарочный от Деголя еще, вот. А, да. Да, вот. Преследую их, они сокольники рвутся. Я окно плечом, ну ты плечо мое помнишь, да? Я окно плечом, раз, держи меня. Дескать, а он, дескать, как держать? Сам весь израненный. Я говорю, за ноги нежно меня держи. Вот. И тут бах, пули свистят. Вот, я царю колесо. Вот, я его раз. Нет, колесо, смотрю, пробило. Вот, второе, бах, пробило. Я колесо свое, раз. И тут, ребята, осколком зеркала, ну, водительского, она маленькая такое, увеличительная, бронированная зеркало, специальная против бандитов. Вот. А сколько мы этого зеркала фуражку задело? На вылет, да. А я фуру-то я только купил, первый день одел. Я думаю, да, думаю, черти, сейчас у меня попляшете кадриль залетную. Как приятно и хорошо в компании старых друзей. Можно выпить чаю, скушать пирожное, выкурить сигаретку. Немного теплее за стекло, но в злые морозы хожу в эти двери, словно в сад. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов. Я их так хочу согреть. Ова, дуй! За подкреплением давай! Дуй! Браво! За встречу, ребята! Дорогие ребятки, ребятушки, любимый мой 10-й В. Много было учеников на моей тяжелой биографии, но
я сразу поняла, что именно ваш класс, 10 В, западет мне в душу на долгие годы. Как приятно, что все школьные встречи красиво начинаются и так же красиво заканчиваются. Спасибо вам, любимый 10 В-шки. Спасибо. Пойду, не буду вам мешать. Спасибо, Васенька, спасибо большое тебе, дорогой. К сожалению, надо бежать. Я считаю, что после стольких лет я получил огромное удовольствие от нас. Взаимно, это взаимно, поверьте мне, Петр. И я думаю, что мы очень плодотворно провели эту встречу. Спасибо. И еще не раз встретимся. Спасибо. Тем более, спасибо, что у нас взаимный интерес. Да. Пожалуйста, вот большая карточка. Спасибо, звоните, большое, спасибо. Звоните, пишите. Пожалуйста, возьми мою тоже. Да. В любое время. Созвонимся. Что надо, не надо. Просто давай, так звони, не стесняйся. Давай, не пока. Жене привет. Супруге привет. Да. Спасибо, пока. Счастливо. Я не понимаю, прости, я не понимаю. Ты что, ты делаешь мне предложение? Ну, маме. Маме. Я согласна. Согласна. Нравится мне. Если честно, я хочу тебе сказать, что у меня и с Машкой, тем более Распутиной, ничего ведь не было. Подожди, я тоже хотел тебе сказать, что все эти годы у меня тоже ничего-ничего не было с Машей, тем более с Распутиной, да и не могло быть, потому что... Подожди, я все эти годы хотел сказать тебе, что я... Люблю тебя. Что-что? Я люблю тебя. Я тоже хотел все эти годы тебе сказать, еще с третьего класса, что я тоже тебя люблю. Что-что? Я тоже тебя люблю. Я еще люблю твою собаку. А я... Люблю твою кошку. Вы скажете, что так хорошо бывает не всегда. Бывает, бывает. Приятно, что ничто не может разрушить настоящей школьной дружбы. Спасибо. Не буду мешать. Отдыхайте. Дорогой мой, родной, 10 Г, 20 лет назад вы покинули меня, свою учительницу. Я хочу вам сказать, что как бы жизнь ни кидала вас в прибрежных водах судьбы, вы, старые школьники, останетесь друг для друга самыми родными и близкими. Спасибо вам, 10 Г, спасибо. Не буду мешать. Отдыхайте, есть что вспомнить. Школьная пора, и при всякой погоде
пропадали пропадом мы во дворах через.